Привет всем! Хочу рассказать, как я вылечил язву. В итоге сейчас весна, у меня еще, конечно, снег лежит, вот, а в многих регионах уже снег сошел и начинает пробиваться травка. В итоге надо взять корень лопуха, ой, вру, не корень лопуха, вот, от корня, вот, молоденькие растения, что вверх выходят, там, ну, где-то вот, может, со спичечный коробок, может, чуть больше, лишь бы молоденькие были, почистить. Чистится очень быстро, очень изумительно. Вот. Берете, кладете в рот, начинаете жевать. Жуете, ну, мелкими глотками можно это все дело проглатывать. Вот. Ну, самое главное, жевать надо. Вот. В итоге в день, ну, 3-4 раза, ну, можно 2 раза так вот эти процедуры делать. Ну, кому неудобно, один раз в день, вот, в принципе-то ничего страшного нету. В итоге, получается, со слюной вот попадает, не обязательно там есть такой, обязательно сок выжимать и пить, и это все делать. Вот, жуйте так вот, ну, понемножку, много не надо, вот. Лишь бы обволакивала бы вот эта вся тема, желудок внутри, и вот эта язва, или хотя бы там что-то там, или начинается, чтобы обволакивало, чтобы вот эти вот все микробы она там убивала, и она вот сопутствует заживлению. Вот. И в итоге получается, чем чаще, тем лучше. В итоге я вот вылечился, у меня даже гастрита нету. Был гастрит даже, блин, и этого нету. Так что, ребят, кому была информация полезна, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Пробуйте, бесплатный рецепт, сейчас оно будет. Вот. Хуже никому не будет, я думаю, все же лечебные средства. Все, подписывайтесь на канал, до свидания, удачи, не болеть вам, самое главное.